30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходят митинги, посвященные этой скорбной дате. Жители Люберец, по сложившейся традиции, собрались напротив главпочтампа, где в 1937 году находилось здание НКВД. Ровно 10 лет назад на этом символическом месте появился мемориал. Память жертв политических репрессий по 4 минуты молчания и возложением цветов. В митинге принял участие глава округа Владимир Ружицкий, представители общественных организаций, а также родственники репрессированных в советские годы граждан. В нашей общественной организации, когда я приступила работать 15 лет тому назад, было 940 человек. На сегодняшний день в нашей организации числится 295 человек. Мы обзвонили всех людей нашей общественной организации, так как они в связи с эпидемией не могут прийти сегодня на митинг. Поэтому в 12 часов 215 человек зажгли поминальные свечи дома. Забыть вот то, что было, это невозможно. Вычеркнуть из памяти нельзя.